Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы будем гулять с цыпленком. Это новое видео. Да. Вот такой цыпленок. Я его отпускаю. Вот он такой ручной, вот, то есть не боится. Ну и сегодня мы понаблюдаем, куда он пойдет. Чем он будет заниматься, что он найдет. Ну и это видео обещает быть интересным. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И всем приятного просмотра. Какой я это раз уже говорю. Ладно. Идет он винограду. Вот такой вот. Что-то копошится. Выпустил, решил так просто с ним позаниматься. О, червя нашел, видели? Вот. То есть, если цыпленка отпустить или потерять, то он сам может добыть себе пищу. Тем более они едят траву, а травы тут вот. Но когда ее очень много, он ее не ест. Особенно когда он один. Мне кажется, если вы выпустить весь сарай, то тогда они все подметут, все съедят. Весь ковер травы. Вот уже нашел кого-то еще. Ходит он около винограда. Он был вон там, а сейчас уже к винограду подходит. А сейчас я перенес его на чуть-чуть другую локацию. Были мы вон там виноград наш. Я его сейчас отнес. Он вот тут, тут тоже виноград. Идет. По-моему, нашел что-то. Это, блин, поисковая собака. Рыжего цвета. Сейчас клубнику, по-моему, начнет есть. А? Вон там за ним клубника. Не ешь, вон она. Красивая какая. Ну, а он продолжает поход. Увидел мою ногу. Какой мимимишный, мимимишка. Ой. А сейчас я решил вот так поснимать.
Я так никогда не снимал. Как вы видите, вот какой он ручной. Вот, то есть можно его спокойненько так оп и взять. Ну вот какой. Сейчас мы его покормим. Взял я одну вишенку. Ешь, смотри. Оп. Ням-ням, съел. Сейчас будет, уходит и ее доедает. Ну и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ну и всем пока-пока.